Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» сегодня праздник. Здесь собрались призеры и победители различных международных и всероссийских конкурсов. В последнее время такое бывает нечасто, не позволяют ограничительные меры. Поэтому ребята очень рады общению. Поздравить ребят приехал глава республики. 2020 год назвал новые имена победителей. Почти 20 призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников. 10 на конкурсе «Большие вызовы». Ребята из Чувашии выиграли 3 гранта в размере около 1,5 миллиона на всероссийском конкурсе «Большая перемена». Были и другие творческие состязания. Большинство из них прошли в формате онлайн. Согласитесь, впечатляющие цифры. Ребята углубляют свои знания в точных науках, IT-технологиях, химии и биологии. Развивают свои таланты в музыке, хореографии, пении. Лимби Кузьмина профессионально занимается вокалом только 2 года, но она уже победитель различных песенных конкурсов. Я хожу в музыкальную школу. Но так я с 4 лет начала петь. Меня вдохновляет мой преподаватель, ее зовут Михеева Екатерина Юрьевна. Я очень рада, что получила сегодня подарок. Напомним, что на базе Эткера правительство Чувашии планирует открыть интернат для одаренных детей. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика.